Политический кризис осложнил и без того непростую экономическую ситуацию. Как раз сегодня курс гривны к доллару упал к отметке минимальной за 5 лет. Россия не отказывает помочь братской республике, но сначала там должна нормализоваться обстановка, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Приоритетным вопросом является урегулирование ситуации на Украине. Ни о чем не приходится говорить. Там стреляют в полицейских на улице. Поэтому, естественно, вот сначала этот вопрос должен быть урегулирован, эта ситуация должна быть урегулирована. А потом уже, естественно, обычный мирный созидательный диалог будет продолжен. Напомню, речь идет о договоренностях о том, что Россия купит на 15 миллиардов долларов украинских ценных бумаг. Первый транш Киев уже потратил на социальные выплаты. Второй предполагалось направить лишь после того, как на Украине сформируют новое правительство вместо кабинета Николая Азарова, который отправили в отставку в качестве уступки оппозиции. Затем российский Минфин объявил о готовности перевести деньги уже на этой неделе. Но, как подчеркнул сегодня глава правительства России, многое будет зависеть от украинских властей. Будем стараться делать все, чтобы исполнять те обещания, которые им давались. В то же время для этого необходимо, чтобы сами партнеры были в тонусе. И чтобы власть, которая на Украине работает, была легитимной и эффективной. Чтобы об эту власть, как о тряпку, ноги не вытирали. Только в этом случае можно развивать полноценное экономическое сотрудничество.